right, we are at the last chapter of the book of Revelation. Итак, мы приступаем к изучению последней главы книги Откровения. And we read 1-6. Первый у нас фрагмент с 1 по 6 стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будут в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Okay, so eternity, it involves the undoing of the effects of the fall. Итак, вечность включает в себя устранение последствий грехопадения. That little phrase in verse 3, there no longer will there be any curse. Этот вывод мы делаем из третьего стиха, где говорится, и ничего уже не будет проклятого. So we're still living with the curse. А мы сейчас все еще живем в период проклятия. We can't imagine a place without the curse. И нам даже трудно себе представить такое место, где это бы проклятие не действовало. We're born with it, we live with it, we die because of it. Потому что мы рождаемся с этим, мы живем в таком месте, и из-за проклятия мы и умираем. But in the New Jerusalem, all the curse will be undone. Но в Новом Иерусалиме все, что было проклятое, уже этого не будет, ничего. And we are going to be reconnected to the source of life. И мы с вами воссоединимся с источником жизни. Now this description in verses 2 and 3 is a little bit confusing. А вот описание, которое мы с вами читаем во втором и в третьем стихах, немного вводит нас в замешательство. Actually, it starts in verse 1. А можно даже с первого стиха начать. Why don't you read verses 1 and 2 for us? А еще раз прочитаем первый и второй стихи. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». This seems a little strange, doesn't it? Кажется немного странным. Here is the tree of the river of life running down the middle of the street. А вот по среди улицы the river of life, река жизни. And on each side of the river is this tree. А вот с каждой стороны здесь вот написано и по ту, и по другую сторону реки, а потом написано древо жизни. We're used to a tree being on one side of a river or another. То есть мы привыкли с вами к тому, что дерево либо с одной стороны находится, либо с другой. But this tree is on both sides. А это дерево одновременно находится и с той стороны, и с другой стороны. It may be just a huge tree, and the river runs right through the roots. А может быть это какое-то огромное дерево, и вот как бы оно как мост получается над рекой, а через корни протекает эта река. And verse 2 says the leaves are for the healing of the nation. А и во втором стихе говорится об этом дереве, что листья его для исцеления народов. But the healing is the complete removal of the curse is what causes that healing. А исцеление народов, я считаю, что это просто устранение того проклятия, и когда оно будет устранено, произойдет и исцеление. So The curse has been removed, and that's kind of a negative sense. А мы с вами говорили о том, что на небесах устраняются последствия проклятия. And instead, now the river of God, the life that comes right from God, just flows into us. А как альтернатива, мы видим теперь, что как река, God's love or what flows? God's life. А Божья жизнь, да, как река истекает от него. We are used to thinking, okay, let's just get rid of something. А иногда мы с вами привыкли думать таким образом. Важно от чего-то негативного просто избавиться. But God never tells us just stop doing that. Но Бог никогда нам не говорит перестань это делать.
He said, "Stop doing that and instead do this." Он говорит по-другому. Перестань это делать, вместо этого делай вот это. Предлагает альтернативу. And here he's saying, "I'm going to remove the curse from you." А здесь он тоже устраняет проклятие. And instead, I'm going to pour my life right into you. А вместо этого направляет в нашу сторону и изливает на нас свою жизнь. So heaven is partially just standing in the river of God's life and love. То есть можно сказать образно, что небеса — это когда все мы с вами будем стоять в реке Божьей любви. And you see, they both flow from the throne of God. Обратите внимание, что both. Что река исходит от престола Бога. And you'll notice here that it's the throne of God and of the Lamb. The first time this is mentioned. Обратите внимание, особое внимание на то, что впервые в книге Откровений записано так: от престола Бога и Агнца. То есть они вместе. But Adam and Eve, you know, they were denied access to life, weren't they? А Адаму и Еве был перекрыт доступ к древу жизни, как вы помните. Way back in Genesis chapter 3. А в Бытие, в 3 главе, это произошло. And verse 24. А в 24 стихе. Thank you, read that for us. Мы прочитаем этот стих. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Do you think that angel has been removed? Как вы думаете, теперь этот ангел уже не стоит там? There is no more barrier to the water of life. А теперь уже нет никакой преграды перед деревом жизни. So for all eternity, life just continues to flow from God into us. Итак, на протяжении всей вечности источником жизни будет Бог. Это будет как течение реки. No more death, only life. Не будет никакой смерти, а только жизнь. And this life just doesn't mean physical life. И под жизнью мы с вами не подразумеваем просто жизнь в теле, физическую жизнь. It means a restored relationship with the one who is life. Под жизнью подразумевается восстановление отношений с тем, кто сам есть жизнь. God's purpose for us will also be restored. Также будут восстановлены и Божьи замыслы по отношению к нам. In verse 3 and in verse 6 we are called his servants. В 3 стихе и в 6 стихе здесь говорится о том, что мы будем служить ему как рабы его. And that was God's original intent, wasn't it? Фактически это было, это был первоначальный Божий замысел для человека. Genesis chapter 2, verse 15. Бытие во 2 главе в 15 стихе написано: «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». So God gave Adam a job. То есть Бог Адаму дал работу. Gave him a task. То есть дал ему какую-то обязанность, какую-то ответственность. You will be my servant. You will be a steward of the earth. Он говорил, что ты будешь управлять землей, ты будешь моим служителем. When Jesus came, that was the form that he took. Помните, когда Иисус Христос воплотился, он тоже пришел на землю в образе раба. Jesus came according to Philippians 2 and took on the form of a servant. В послании к Филиппийцам во 2 главе в 5 стихе с 5 по 7 стихи мы читаем о том, что он пришел для того, чтобы послужить людям, приняв образ раба. So we're going to serve God eternally. Поэтому мы с вами будем вечно служить Богу. And that word there means to worship by serving. А слово служить, использованное здесь, означает поклоняться через служение. Now this isn't going to be like going to a job. То есть для нас это уже не будет работой. Like going to be like working in a factory. Это не то же самое, как работать на заводе сейчас. This will be something that we are gifted to do, that we are thrilled to do. Это будет то, что у нас будет очень хорошо получаться и что мы будем делать с удовольствием, как если бы вы просто применяли в жизни собственные дары.
We're not going to be looking at our watches and wondering how long before my shift is over. А то есть вы не будете смотреть на часы и говорить, когда же закончится моя смена поклонения. We are just going to be thrilled to worship God as He made us uniquely. А мы будем с восторгом, с радостью поклоняться Богу, потому что Он таким вот уникальным образом и сотворил нас для этого. So the singers will sing and the musicians will play. Те, кто поет, будут петь, те, кто играли на инструментах, будут играть. The gardeners will garden. Те, кто занимался садоводством, будут продолжать заниматься садоводством. Maybe the cooks will cook. Может быть, те, кто любил заниматься кулинарией, будут готовить от души. But none of this will be undoing any of the things of the curse, because there is no curse. Но не будет ничего такого, что нам приходилось в жизни делать от того, что земля была проклятой. Everything will be done with great joy. То есть то, что мы будем делать на небе, это будет доставлять нам радость и удовольствие. We are fulfilling this purpose today. А мы сейчас с вами должны выполнять это назначение, это призвание. Let's look at Matthew chapter 20. А в Евангелии от Матфея в 20 главе, 28. С 25 по 28 стихи мы читаем следующее. «Иисус же, позвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. See, now we may not think a servant being a servant sounds like such a good thing in heaven. Вот здесь используется слово раб Божий, и у некоторых складывается такое впечатление, что не очень хорошо на небе быть рабом. I mean, our normal feeling is for someone to take care of us, not to take care of someone else. Потому что все-таки нам свойственно желание, чтобы кто-то заботился о нас, чтобы кто-то нам послужил. Мы больше этого хотим, чем сами послужить другому. But see, in heaven everything's different. Но мы говорили о том, что на небесах все будет по-другому. And so are we. И мы тоже будем другими. We will love to serve. Поэтому мы будем служить другим с любовью от всей души. We will be fulfilling the intention of God. И таким образом будем выполнять Божье призвание, Божье назначение для нас. And another thing is we will be reconciled to an intimate relationship with God. Следующая истина из этого фрагмента заключается в том, что примирение приведет к близким отношениям с Богом. We've already seen this in Revelation 21:2. Когда мы с вами читали 21 главу, 2 стих, мы увидели эти отношения. But notice something about the throne, and I already pointed this. Notice the change concerning the throne here in verse 1 of Chapter 22. В 22 главе я уже вам указывал на то, что что-то произошло, что-то изменилось в отношении престола Божьего. Before this time, it's always the throne has always been described as the one seated on the throne, and there was no one else. А до этого фрагмента в книге Откровения было написано только «сидящий на престоле», и больше никакой формулировки не использовалось. Well, look what's going on now. А что же сейчас? Какие использованы слова вместе со словом престол? The one who is sitting on the throne is named is God. А теперь мы знаем, кто сидит на престоле. Это не просто сидящий на престоле, а написано престол Бога. And he shares the throne. А и он не один на этом престоле. Он разделяет его. With the Lamb. С Агнцем. That's our lawyer. If you will, the Lamb of God. Можно сказать так, что вместе с Богом на престоле сидит наш адвокат, да, потому что Иисус Христос – Агнец, наш защитник, наш заступник, ходатай. If he is accepted, then we are accepted. Значит, если он там принят таким вот образом, значит, и мы вместе с ним. And it is in the, it is this new way in the new city. Обратите внимание, что вот такие вот новые порядки присутствуют в этом новом городе. Verse 3 says, the throne of the Lamb
or the throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will see him. В третьем стихе мы как раз видим, что престол Бога и Агнца будет находиться в новом городе. Okay. They will serve him. И рабы его будут служить ему. So this passage again is speaking of this restored relationship. То есть в этом фрагменте снова говорится о восстановленных отношениях. The Lamb has been accepted, is sharing the throne of God. Агнец принят, Агнец восседает на престоле вместе с Богом. God is someone that we know by name. Теперь Бог, именно Бог написано, а не просто сидящий на престоле. Бог это тот, кого мы знаем по имени. Look at verse 4. Обратите внимание теперь на четвертый стих. They will see his face and his name will be on their foreheads. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. The name being on our foreheads is a sign of ownership and relationship. Итак, имя его будет на нашем челе, это знак принадлежности и отношений. God is claiming us as his own. То есть Бог таким образом объявляет, что мы принадлежим ему, мы его. Can you imagine how great that is? Это очень прекрасно. This God from whom we were once separated by an infinite distance is now calling us and claiming us as his own. Этот Бог, между которым, между нами и ним существовало огромное расстояние когда-то, теперь этот Бог призывает нас, зовет нас к себе и говорит, что мы его. Sometimes our children misbehave in public. Иногда наши дети очень плохо ведут себя на людях. Maybe they're screaming or maybe they break something. А может быть, они визжат, кричат или что-нибудь даже ломают. And as the parent, sometimes you want to say, "That's not my kid." А иногда, как родитель, вы ведете себя так, как будто это не ваш ребенок. То есть вам не хочется, чтобы кто-то знал, что это ваш ребенок так себя ведет. Whose kid is that over there making so much noise? Например, кто-то кричит: "Чей это тот сын, тот столько шумит?" Now see here, God claims us. А вот Бог говорит: "Это мой, это That's мой." My kid. Это мой ребенок. There's nothing that I would ever be embarrassed about. Нет ничего такого, чего мне пришлось бы стыдиться. I have washed them clean in the blood of the Lamb. Потому что я их уже очистил и омыл их в крови Иисуса Христа, в крови Агнца. I have sanctified them through the power of the Holy Spirit. Я освятил их силою Святого Духа. And now they bring me great joy and great glory. И теперь они приносят только радость и славу мне. See, this new relationship can never end. Это будут новые отношения, и они будут бесконечными, они будут вечными. Because it's based on the work of Jesus Christ. Потому что эти отношения основаны на том, что совершил Иисус Христос. And Jesus is on the throne. А мы говорим с вами о том, что теперь Иисус Христос на престоле. So the debt has been paid. Долг наш был заплачен. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Look at verse 6. Обратите внимание на шестой стих. If you would read verse 6. И сказал мне: «Сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». That sounds a little bit like chapter 1, doesn't it? А очень похоже на то, что мы с вами читали в первой главе. But here at the end, the angel is saying the same thing. Но здесь в конце уже откровения ангел говорит то же самое. When we know what's coming, it's great, it's very encouraging. А когда мы с вами знаем заранее, что нас ожидает, это может послужить для нас ободрением. Can you imagine how encouraging this will be to someone who's living in the time of the tribulation? Это откровение будет большим ободрением для тех, кто будет жить в период великой скорби. Who's had their home taken away from them? Это будут те люди, которые лишатся своих домов. Who are having to eat whatever they can find on the ground? Которым придется есть разные объедки, которые они смогут найти на земле. Who have watched their friends and loved ones be killed? Которые будут видеть, как умирают или будут убиты их близкие и друзья.
heaven will be a great comfort at that time. И для них небо и весть о небе будет большим ободрением. Because when we know what will happen, we will be strengthened. Потому что когда мы знаем, что должно произойти, мы укрепляемся. То есть мы собираем все силы. And above that, the purpose of this entire prophecy is for our encouragement. И цель всего этого пророчества в целом как раз ободрение. See, this prophecy comes from God. Мы здесь видим с вами, что пророчество это от Бога. And it was future when it was written. И относилось к будущему, когда было написано. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.